Всем привет, ребят, с вами Мистер Ванька, и сегодня записываю новый ролик. Сегодняшний видеоролик посвящен непосредственно открытию контейнеров. Я, наконец-таки, довыполнял все задания, которые мне нужно было сделать, все определенные супермиссии, плюс еще накопилось довольно-таки неплохое количество контейнеров с челленджа. Ну и в сумме сейчас мы вместе с вами заберем еще одну заданочку. И полноценно сможем открыть все имеющиеся контейнеры. И в сумме у нас будет 20 ультракантов и целых 56 обычных контейнеров. Кто, друзья, любит, кто хочет видеть больше открытий контейнеров, то обязательно поддержите данный видеоролик лайком. Я, в свою очередь, сегодня постараюсь... Ну, хотя бы что-то интересное выбить. Не знаю, получится у меня это сделать или нет. Я уверен, что вы также открываете контейнеры. Все те ребята, которые прошли уже все миссии. Мне бы тоже хотелось бы узнать, что дропает вам с этих контейнеров. Поэтому тоже напишите по этому поводу в комментариях. Я думаю, что стоит сегодня начать открывать с обычных контейнеров, дабы... было, наверное, больше шансов выбить что-то интересное с ультракантов. Ну и ультраконтейнеры по итогу в дальнейшем будем открывать по пятерочке. Ну а что касаемо обычных контейнеров, я думаю, что здесь можно будет сегодня открыть и по одному, и возможно даже и там по 5, и по 15. Посмотрим, как оно вообще будет дропать. Если там, например, с единички не будет ничего падать, начнем, как всегда, по дефолту, то... можно будет попробовать открыть 15, либо 5, да, по ситуации разберемся. А что касаемо ультракантов, то мне сказали, что с пятерочек в ультракантах довольно неплохо падает. Поэтому проверим эту теорию. Я в последнее время практически всегда открывал ультраканты по одному, и мне вообще ничего не падало хорошего. Поэтому я надеюсь, что сегодня хотя бы с 20 ультраконтейнеров... я думаю, что должно что-то хорошее упасть. Поэтому давайте уже потихонечку начнем открывать. Начнем с, как я уже сказал, обычных контов. Начнем по одному их открывать пока что. Первые два зеленые, это очень неплохо. Уф, третья красная, офигеть. А что у нас красный-то может быть? Лям Кри, офигеть. Офигеть, ничего себе. Ничего себе. Ничего себе, вот это вот начало такое открытия контейнеров. У меня же там в красном-то больше ничего и падать не может, мне так кажется. Я удивлен очень сильно, друзья. Ничего себе, вот это я начал открывать. Два зеленых подряд и сразу следующее красное свечение. И в тот самый момент, к слову, когда мне кристаллы были очень даже нужны. Потому что мне надо сейчас выкачать дроны на прокачку. И я надеялся на то, что что-то мне крутое с этих контейнеров упадет. Это очень круто. Я сильно-таки даже поражен и удивлен в этом плане. Ну ладно, давайте дальше открывать. Что-то как-то... давайте проверим вообще в плане... в плане... да, у меня только может падать красное свечение. И все. И все, и все. По сути, открыл три контейнера, и на этом можно уже завершать открытие, правильно? Можно уже просто говорить всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока, потому что уже как бы, ну, миллиончик, это очень даже прикольно и неплохо. Если выпадет еще что-нибудь подобное, будет очень круто. Но давайте попробуем пятерку, потому что, ну, я не знаю, то есть после миллиона, мне кажется, сейчас шанс выбить что-то крутое очень-очень маленький. Сейчас начнет падать прям бель-бель. Больше там красное свечение. Поэтому давайте сейчас по пятерочке попробуем пару штучек открыть. Должно как-то сбить эту бель. Так, X2 зеленая. Ну, здесь удивляться не стоит. Все-таки красное свечение. После него шансов выбить что-то крутое очень мало. Зеленое и фиолетовое. Неплохо. Это что может быть? Опа, иммунитет от оглушения на хорек. Очень хорошо. Очень неплохо. Окей, давайте попробуем открыть тогда еще пятерочку. Пакет 3,5. Так, 2 белых, 3 белых.
Наверное, сейчас будет 5 белых. Нет, зеленая. И фиолетовое еще одно. Неплохо. Еще одно устройство. Отлично. Давайте еще тогда пятерочку, раз устройство падает два подряд. Может быть, реально с пятерочек неплохо падает. Третья зеленая. Еще премка и батарейки. Окей, премка 3 дня тоже неплохо. Ну, давайте тогда по пятерке, как начало идти неплохо. Давайте, может, так и продолжим по пятерочке. Может, по пятерочке сейчас-то и будет падать. Так, 5 белых. Ну, и вот сейчас 5, значит, хороших должно быть. По моей логике. После 5 белых должно быть что-то... Ну, хотя бы фиолетовое, не? Нет, синие батарейки. Окей. Сколько у нас там осталось? Осталось 15. 3, 3 по 5 еще можем. Давайте попробуем, посмотрим. Может, упадет что-то. Может, все-таки даст что-то хорошее. Так, 10 тысяч кристаллов. Окей. Если с этого что-то падает фиолетовое, то последних 5 открываю по одному. Фиолетовое должно быть сейчас. Нет. 10 не прямо. Очень неплохо. Очень хорошо. Очень хорошо. Великолепно даже, я бы сказал. Ну и последняя пятерочка. Последняя пятерочка. Последняя пятерочка. Ой, 100 всех припасов. Ну что я могу сказать? Я удивлен. Очень даже сильно удивлен, что целый лям не дропнул. Осталось открыть еще 5, по 5, 4 раза ультракантов. Но если мне сейчас здесь дропнет какое-нибудь устройство. Ну, здесь, конечно, на пробитие очень много всяких разных устройств, потому что у меня ни одного устройства на пробитие на пушку нету. Это будет очень достойно. Но я бы, наверное, больше хотел бы, чтобы мне упало... Ну, вы сами знаете, что я бы хотел, конечно. Вот это бы я хотел. Но шансов вы понимаете, сколько у меня выбить кризис. Поэтому я думаю, что было бы неплохо, если бы мне дропнул. Ну, какой-нибудь. Вот я, знаете, что хотел? Я хотел бы арес. Арес здесь есть. Арес на... Это что у нас? Иммунитет от поджога. Это на арес, да, я так понимаю? Или это крусейдер? Ну, то есть мне вот надо на поджог, на арес. На арес, на поджог. Вот если он мне дропнет, то будет очень неплохо. Но я его почему-то здесь не вижу. А, он, наверное, вот здесь. Для ареса, да? Да. Это мне надо фиолетовое свечение. Надеюсь, что мне оно упадет. Давайте попробуем. Пятерочку. Два ускорения. Три ускорения. 5. 4 мины. 5 дашки. Окей. Первые 5 пустые. Открываем вторые 5. Сейчас после, ну, после белого, я думаю, что должно быть что-то хорошее. По моей логике. Ну и... 10 голдов. Плохо. Очень плохо, я бы сказал. Я бы сказал бы очень плохо. Если сейчас 5 белых, и после 5 белых не падает... ничего достойного, то это очень будет обидно. 4 было белых. Ну, смотрим. Кто мне подсказал открывать? По 5. Кто этот человек? Ну и последнее. Да. С таких 20 ультраконтейнеров я не могу быть доволен. По сути, открытие контейнеров можно было заканчивать на третьем обычном контейнере, да, где я выбил просто лямчик, можно было уже на нем все закончить и сказать, что спасибо за лям, мне больше ничего не надо. С ультраконтейнеров мне не упало ни одного устройства, зато с обычных контейнеров мне упало два новых устройства, не сказать, что я в них нуждался. Но при любом раскладе увидеть лям, при том раскладе, что я его еще ни разу не выбивал, это очень даже неплохо, очень даже достойно. Моя реакция, конечно, наверное, не столь бомбическая. Но
В душе я определенно очень даже доволен тем, что мне сегодня дропнуло. Довольно-таки неплохое последнее открытие в 2020 году у нас сегодня получилось. Вас я лишь прошу, чтобы вы написали, что вам дропнуло с контейнеров, потому что я уверен, что вы открывали ультраконты, набивали супермиссии. Ну а я в свою очередь могу сказать, что мои ультраконтейнеры как... Как? Тоже, ну, сказать, не странно, да, как бы. Ну, я ожидал, наверное, что мне ничего не дропнет. Да, так я ничего хорошего, в принципе, в этих ультраконтейнерах сегодня и не увидел. Как-то дефолтно, не видно этого никакого повышенного шанса. Ну, хотя бы такой вот неплохой миллиончик мы вместе с вами сегодня выбили. У меня, друзья, на этом сегодня все. Всем, друзья, спасибо за просмотр. Если вам понравился видеоролик, обязательно поддерживайте его лайком, подписочкой на канал. Мне будет очень приятно. У меня на этом все. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока.